Итак, всем привет. Понедельник. 45-ку стояли здесь рядом с фабрикой, с этой Германия. Стою на, я не знаю, как называется, завод переработки, что ли. Макулатура всякая разная. Привез вот такие тюки, как вы видите, справа. Сколько у меня их, 24 штуки. Начал выгрузку. Вот, и ситуация такая, что типа не кондишн груз, присутствует картон, присутствует какая-то там целлюлоза, какой-то поролон. Вот, сейчас они там снимут какое-то количество. Он сказал, 6, по-моему, снимут и проверят наличие. Если более 6%, то меня выгружать не будут. Я повезу все обратно. Нормально тогда? Ну, окей, говорю, ладно. Доложил шефу, боссу. Он говорит, ну такое бывает. Значит, обратно повезешь. Только я не понял, все я повезу обратно. То есть они обратно загрузят, наверное. Так получается. Ну, сказал, надо ждать минут 30-40. Тогда будет известно. Ну, сейчас они выгрузили какое-то количество и увезли на проверку. Ну да, я там видел, там присутствуют такие, знаете, как это, белая фигня, которая утеплитель, или как он называется, уплотнитель, знаете, в грузах, чтобы там не разбилось что-то. Ну и картон. Сфотографировали, ну, посмотрим. В любом случае, это не моя проблема, как бы. Обратно так обратно. Отдохнул так хорошо, я не люблю, конечно, тут полные елки были. Места как бы много, но в принципе туалет есть и душ есть, но я в душ не ходил, надо там эти ключи брать. Я не люблю такие души, и у меня сланцев нет. Я если зашел в туалет, увидел какое состояние туалета, я представляю, какое состояние в душе. Там надо идти брать ключи на проходную, но дело в том, что не хочу заработать грибок. У меня есть коллеги, которые получали грибок, да, в таких условиях. То есть надо либо ждать парома, либо там на одной из заправок там и помыться, сходить в душ. Потому что это, ну, были бы сланцы, может быть, сходил бы. Да и банное полотенце надо купить. Что-то я, ну, есть полотенце, но это маленькое полотенце. Можно, конечно, вытираться. Но в душ я такой не пойду. Не хочу я мучиться потом с грибком. Нафиг надо, правильно? Ну, а сейчас стою, жду.
экспертизы, что они там придумают. Ну, я думаю, что выгрузят меня. Они этот тюк взяли, наверное. Сказали, чтобы сидел в кабине. Ладно, потом расскажу, что и как. Итак, ребят, какие новости? Взяли, выгрузили меня в итоге только две кипы. Проверили их, короче, груз не кондишн. Загрузили обратно еще две. Я все привязал. Поехал обратно, взвесился. Стою на том же месте, где стоял 45-ку. Позвонил шефу, доложился, жду информации, куда поеду, что поеду, в обратном направлении или куда-то на другой склад повезу, и кто знает, как-то вот так, уже, сколько я уже тут торчу, уже час, ну, пока приехал, взвесился, встал, пошел там, оформил документы эти все, переделал нужные, ненужные. Куча документов. Пипец. Ждем, ждем звонка. Интересно. Кстати, по интернету долго я не радовался, и когда рассказывал про интернет голландский, я помню, что это какая-то была другая фишка там, но оказалось, тогда были акции какие-то, безлимитный интернет. Сейчас он безлимитный, но только по Голландии остался. Так что, а по остальной Европе 32 гигабайта. Думаю, что у меня отключился интернет, начал внимательно читать, и там уже прочитал, что такая вот фигня, 32 гига. Это не есть гуд. Надо заехать в Голландию. Тогда он будет восстановиться. Так надо мне своим пользоваться. У меня там... Что-то я уже много потратил. Но сегодня, если учесть, что уже конец месяца, осталось несколько дней, и январь закончится. Наверное, еще пару видосов загружу. Как-то так. Ладненько, ребята. Что ты, Игорь, прислал? Итак, что у нас? Ребята. Стояли мы 3 часа. Повезем эту бумагу в Гамбург. 48 километров проехать надо. Значит, постояли мы молоточках, то есть сегодня у меня получится 3 плюс 9. Все, поехали. Эти украинские две машины стоят уже давно. Я помню, когда полиция приезжала, их фотографировала сзади, что-то их номера, не знаю, что там фотографировали. Ну, стоят украинцы, короче. Нам сюда направо. Чекин. Постояли, покуковали, поедем. Надеюсь, поедем. Хотя нет, по националке поедем сейчас все равно. Ведь 48 километров. Ехать я буду не 48 часов, чувствую, потому что националка, блин, Германия, день. Ехать надо. Используйте по правилам. Первый выезд. Первый выезд. Вот единственное, я заметил неудобство в этой самой машине Volvo, вот в этой, это же я. Вот зеркало левое, оно как скорость. Бы закрывает обзорчик чуть-чуть. Надо очень внимательно относиться к этому. Особенно именно на круговых. Как-то она
непривычный. Либо дальше сиденье у меня не дергается, не двигается. Поэтому очень так приходится в щели просматривать. По кольцевой развязке используйте второй выезд. Здесь-то еще так ничего, вот в Дании эти круги, когда там горка круговая, ты заходишь, оттуда выносится, и ты вот тут реально из этого зеркала ты его не видишь. Надо, блин, как-то умудряться там, прочувствовать. Я помню, было, как ты первый раз попал, когда в Данию, захожу на круг. Там не то, что там круговая, да, ну, видно, что там творится, а там гора такая из камней. Через 300 метров камень, на кольцевой развязке используйте второй выезд. Либо какой-нибудь памятник стоит, либо дерево, блин. А оттуда выносится, как сейчас помню, выносится такой, мяу, по круговой. Я уже заехал, а он несется, выскакивает. Глаза, блин, 5 копеек. Я же не знаю, с какой скоростью несся. А что я так медленно так притормозил? Ну его в баню. Используйте второй выезд. Так. Да, наверное, вот объезд У написан, там дорога, потому что дальше ремонтируется после этого паркинга, где я стоял. Летает. Начало летать. Продолжайте ехать по дороге 6 километров. Не надо мне, чтобы что-то летало там. А, ну да, я компьютер не убрал на постель. Ну ладно. Уберем. Где-нибудь на светофорочке остановимся. Остановимся. Погнали. Настроим дисплейчик. Я когда... В дороге я настраиваю, чтобы мне было видно километраж, пробег за сегодняшний день. А когда на ночь стою, я ставлю показания аккумулятора заряда. Так удобнее. Потому что вроде аккумуляторы, ну, 23,5 запускается. Рисковать не хочется, если Андрюхи рядом нет. Как-то можно проверить, на каком минимальном запускать. Но еще очень важно, конечно, какое время года. Я как-то разогнался, друзья мои. Так не надо. Правда? Ну все, едем на Гамбург через Элмшор. Элмсхорн, как там читается у немцев. Как пишется, так и читается. Погнали. Ну что сказать, ребят. Я уже стою, блин, 2.5 часа. Мертво стоим. Вернее, простоял сначала минут 40, потом проехали 50 метров и все, встали. После того, как проехали 50 метров, стою уже 1.5 часа. Еще до этого чуть-чуть стоял. Ну, короче, 2.5 часа я уже стою, уже и паузу сделал здесь. Короче, а место выгрузки работает только до 5. Сейчас 10 минут 5. Доехать 4 километра. 4 километра 600 метров. Офигеть, что случилось, непонятно. Непонятно. Гугли информации никакой. В Новейзе немцы, наверное, не пользуются. Хоть бы было видно, что там авария, там бастуют. Что там вообще произошло? Ну, и полиция тут нигде не ездит. Ой. Вот такая вот беда. А уже дали завтра 3 погрузки и выгрузку на 31. Вернее, завтра 3 погрузки и послезавтра выгрузка.
все в Германии. Так что вот так. Ладно, продолжаем ждать. Продолжаем ждать. Вроде поехали, блин. Что-то здесь в туннеле случилось. Мне так кажется. Ну там машина просто там с фарами стоит. Нет, что-то тут не то. Нет, это, наверное, кто-то из попутчиков едет там. Не габарит или что-то. С мигалкой. А зачем он ее врубил, эту мигалку, блин, непонятно. Офигеть, как долго стою. Мне тут еще, блин, 4 километра ехал. Ну, тут же песня что-то включит в туннеле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это рейсик. Вернее, вот этот денек, блин. Проспал, не выгрузили, простоял. Поехал, опять простоял. Поеду сейчас опять спать. Главное, я походу могу с этой стороны идти. Как-то странно, 600 метров он показывает на повороте. Может, это мой поворот. Съезд. Или мой съезд дальше. Не, мой съезд дальше, да. Я что-то тут не понимаю до конца. Типа вот направо. У меня будет направо съезд. Где он? Что-то объявляет? This is the tunnel control center. Do not use the closed lane. Говорит, это центр контроля, не использовать закрытую полосу. Какую закрытую полосу? Какая из них закрытая, непонятно. Ахтун. Ахтун, Ахтун. Attention, please. This is the tunnel control center. Do not use the closed lane. Don't use the closed line. Кранта левая. А там было еще впереди нарисован тесик, что она закрыта. Значит, там что-то случилось. Еще attention please, attention please, attention please. Я сегодня еду только 57 плюс 7, я час 10 минут только еду, час 15. Там этот выезд, у меня GPS-ники пропали, все пропало, все пропало. Попробовать. А интернет тоже пропал или нет? Уже закрыт он, пишет.
тоже пропал. Показывает через 5 метров направо. Ну это, блин, для легковых машин. Может мне поехать направо? Короче, ребята, не успели мы на погрузку. Камера, я уже вижу. Внимание, камера. Он показывает, что типа закрыто там все. Едем на паркинг. Прислал Игорь мне паркинг, ну который там у меня есть в трак-драйвере эти. Паркинг-лист. Один на 5 машин, другой на 20 машин. Ну, едем, который на 20 машин. Если он там еще существует. Посмотрим, что там такое. Вот сейчас уже я по Гамбургу еду. Как-то так ехал через весь Гамбург. И сейчас тоже пытаюсь. 2,2 километра мне до этого места. Маршрут надо удалить, пока лишнее. Маршрут. Блин. Ну какие важные места. Ой. Одну точку удалил, так все удалилось. Не все, а, блин. Камера, внимание, не камера. Не предлагают удалять. Ну ладно. Едем. Как называется? По запаху. Через полкилометра надо будет повернуть направо. Главное, чтобы сейчас была полоса такая, которая прямо идет. Надо будет направо повернуть. Через 2 светофора. Надеюсь, там будет место выезда. Можно Ромке написать. Ромка, я здесь. Ночую. Ромка — это Димин друг. Сына. Вдруг где-то рядом, вдруг прискочит. Через 400 метров на втором повороте поверните направо, потом держитесь правой стороны. Не надо нам направо. Ой, он хочет развернуть, нам надо направо, но не так, как он хочет. Сейчас нам направо. А где? Вот здесь, что ли? Здесь можно мне ехать? А как вы думаете? Пропустить? Поверните направо, потом держитесь это правой там стороны. Что за чудо там выскочил? На велосипеде. Курьерчик. Фу. Вдоль дорог машины не стоят, а то хлеб. Как я завтра буду добираться до этого? Там какие-то узкие места все.
сейчас показывают, что вы... Ну, блин, нам не нужен объезд. Так. Сказал бедняк. Напомню, сегодня понедельник. Пошла, кстати, третья неделя. Эта неделя придет и будет середина. Главное, чтобы там был этот паркинг, а не было так, что он когда-то был, а больше его нет. Ну, по времени сейчас только 5:30, если он там есть, то должны быть места, 20 мест. Я думаю, это типа что-то такое, как вдоль дороги стоять. Мне так кажется. Безопасно. Ну, вот тут такие вот, видите, карманы. Я бы, конечно, с удовольствием встал бы в такой карманчик. Но, блин, там вон стоят машины. Лес бы 250 метров. Там ремонт, что ли, или что там такое? Какие-то машины стоят, ну как-то непонятно. Можно там стоять, нельзя там стоять, или надо разворачиваться. Что-то пробка. Нет, там где-то стоит точно нельзя стоять. 40 метров. Что там такое? Еще и здесь пробка. Выпало. Сейчас чувствую, будем искать тут, блин, места. Тут карманы есть, но они, блин, для маленьких машин. Как типа 3-4 машины влезет и все. Одна там стоит какая-то. Ну, в принципе, вот да, здесь можно было бы встать. Это кажется, если бы не стояли эти машины. Например, здесь. Тут машины стоят. И все. И не влезешь. А там уже знак стоит. Зашибись, блин. Ну вот здесь, да, можно было стоять. Но не то время. Нюр. А, с левой стороны нельзя стоять. С правой можно стоять. Блин, вот. А Нюр это кроме, по-моему.
что там дальше. Не вот. Мне кажется, что нифига тут нету, блин, уже паркинга. Здесь за поворотом, что ли? А там, если что, мы выйдем. Повезло. Надо бы развернуться. Сюда можно было бы встать, конечно. Для этого надо развернуться. А чтобы развернуться, блин, как тут развернешься? Парам-парам-парам-парам-парам. Там я бы мог развернуться. Фиг, я там бы не развернулся. Эх, жалко, там, блин, это закончился. Надо развернуться и навстречу идти. Как-то. Да, будем ехать обратно, разворачиваться где-то и будем ехать и надеяться, что вот здесь, блин, что-то освободится. Через 200 метров поверните направо. Но место там видел, вот как бы тут второе, но плохонько, но есть. Будем так кататься сейчас туда-сюда, пока не развернемся. Я бы с удовольствием заехал бы куда-нибудь здесь, развернулся бы. Мне да, вообще нечего засуваться, блин. Фиг там развернешься.
здесь. Уже фиг его знает, где этот разворот. Это засада, блин. Поеду обратно на направление, опять буду сейчас по кругу кататься, пока там не освободятся места. Но с той стороны опять буду заезжать, потому что я чувствую, что там будет все в порядке. Все там будет в порядке, освободятся места мне, блин. Направо там какие-то развороты под мостами, это долго. Пробки здесь, мама, не горюй. Сами видите, да?
знает, куда он хочет. Как я могу знать, если он не знает? Там пристроиться, блин, в какой-то карман. Значит, второе будем наворачивать. Третье. Будем кататься. Пока нам не повезет. Что делать? 300 метров. Так и будем кататься сейчас. Пятнадцати шесть. Должны немцы уже все домой возвращаться с работы, а не занимать там, блин, места парковочные. Правда, правда? Позже уже займут коллеги. Да, слово «нюр» это было, по-моему, кроме. С 20. Может быть, они с 8 только начнут освобождать, получается. Так, что здесь у нас такое происходит? Я здесь даже повернуть не могу, блин. Пробка уже отсюда, блин. Вот по РСТ. И ведь не дадут же заехать. Наглую. Бля, у них что, зеленый, у меня красный. Спокойно. Ну, тут как-то, блин, карманы были маленькие. Вот там что-то есть вроде карман, похож или что. Это же опять стоят три машины. Ну, только я бы там даже не залез. Если бы там даже можно было бы заехать, сюда бы не залез. Ворота, там ворота. Будем надеяться, ребята.
Пойдем на третий круг тогда, блин. Вот тот стал просто в ожидании. Вообще не в кассу, реально. Конечно. Так стоять нельзя. Вот сюда. Сюда я не влезу, блин. Как бы я ни хотел. Ну, не то, что не влезу. Если кантоваться, то влезу. Но нету возможности кантоваться. В этом вся и суть. Вот сюда бы я влез. Нет, тоже не влез. Потому что сзади меня машины. И кантоваться не солидно. Сейчас особо торопиться не надо, надо просто ехать. Вот там, если я встану, я встану там, интересно. Там место есть какое-то, я смотрю. Можно попробовать, просто притулиться, хотя бы временно. Вот это так стоит. Встанем, почему нельзя? Я думаю, что можно. Правда? Правда. Знак есть? Знак есть, блин. Ну, мы пока временно встанем. А там что? Тоже знак есть. Пока здесь. Пойдем посмотрим. Фу, ну что, ребята. Остановился я здесь. Круг сделал, повернул направо, короче. Постоял там, но я там, получается, между знаками стою. У них остановка запрещена, стрелочка туда. А следующий запрещена и стрелочка сюда. То есть дальше вот этого знака можно. Я вышел спокойно, прошелся, прогулялся, где тут можно постоять. Можно и здесь постоять, надо ждать. Можно там дальше постоять, там трактор стоит. Я уже думал, может быть, объехать и за трактором встать. Там так темновато. Здесь какое-то освещение, может быть, будет более безопасно. Там вот коллега стоит напротив, он в кармане стоит. Не думаю, что что-то нарушаю. В любом случае, часов 6 я отсюда по местному выйду. В начале 7 по местному. У меня как раз 11 часов закончится. В 6.08 по моему времени. По местному в 5.08. Так что все в порядке. Прошел круг. И тут хоп, и дамочки подошли на машине, уехали. Я скатился вниз. Сколько тут? 40 метров. И встал. Да, пробочку, конечно, попал конкретную. Я так в жизни еще так не стоял. 4 километра ехал. Знаете, сколько я ехал? Я очень долго ехал. Очень долго. Даже могу сказать точнее. Так. Сейчас скажу. Ехал так. Один звонок 12.27. О, 14. 5 часов прошло после звонка, где-то почти 5 часов, 4 километра ехал. Нехило так, да? Ну, грубо говоря, 4,5 часа, 5 километров, нормально. Это у меня рекорд. Ну ладно, главное, что все в порядке, паркинг нашел. Что у меня по плану? Ехать завтра выгружать этот мусор, потом 3 погрузки и 1 выгрузка. 3 погрузки завтра, 1 выгрузка послезавтра. Фу, и стою я, кажется, я в Гамбурге стою. Если я не ошибаюсь. Сейчас узнаем. Точнее. Navigation. Просто, ну, мне кажется, что это Гамбург. Какой-нибудь такой. Ну, типа предместье Гамбурга, да.
Ну, Гамбург, можно сказать. Зато нашел место в Гамбурге. Нифига себе, конечно, записал. Фу, себе в этот, в данные по карте. Ну ладно, ребята. Все в порядке. Жизнь продолжается. Началась третья неделя, как я уже говорил. У меня все хорошо, надеюсь, у вас тоже. Ну, самое главное, как обычно, берегите себя. Ой, своих родных и близких, и все будет чики-пуки. Пока!